Так, сейчас я вам покажу, как в домашних условиях можно размножить голубику. Ну, вот у меня сорт Дюк. Я нарезал сейчас вот такие вот череночки. Черенки берите, чтобы они были такие уже, знаете, вот потвердее, они вот такие тверденькие. На каждом череночке мы оставляем 1-2 листика. Взяли кассету. Это кассета с кислым торфом. И втыкаем их в кассету. Для укоренения голубики нам необходимо минимум 2 месяца. То есть это не кассетная рассада клубники, которая там 2-3 недели и готова. Голубика укореняется, ну, минимум 2 месяца, а то и больше. Для более успешного или для большего выхода готовых укорененных саженцев, конечно, надо ее ставить под дождевание. Или другой вариант еще есть, ну, делать такие мини-тоннели и в мини-тоннелях ее держать, там, проветривая, регулируя влажность, температуру, чтобы она и не высохла, и в то же время, чтобы не запрела. Вот так вот мы все эти череночки воткнули, никаких корневинов. Вот некоторые даже у меня без листиков. Главное не перепутать там, где верх, а где низ. Втыкаем их в кассету и ставим сейчас под дождевание. Я тут сейчас как раз в этой теплице мы ставим на укоренение кассетную рассаду. Ну и сюда же сейчас поставим. Сюда же поставим и голубику. Вот так вот воткнули. Сейчас еще кассеты возьмем. И они у нас будут стоять здесь, ну, до первых заморозков. Как только перед первыми заморозками мы их перенесем в зимнюю теплицу. Большую у меня, где есть печка, где у меня есть отопление. И там их будем уже доращивать до больших, там, хороших саженцев. Ну, что будет дальше, какая будет приживаемость, я вам покажу это попозже. И посмотрите. Ну, приживаемость у них, как правило, там 50% из этого выживет. Ну, и то хорошо. Все, всем спасибо, всем пока.